Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» узнает, где в городе над Сожем возводится комфортное и уютное жилье, а также какие объекты недвижимости представители бизнеса могут приобрести под реализацию своих проектов. В строительной сфере нашего региона квартира под ключ уже оценила не только программа «Большая стройка», но и те, кто обратился за ней в УКС города Гомеля. Разработка дизайн-проекта жилого помещения – это создание уникального интерьера, который сделает вашу квартиру уютной и комфортной. Услуги по благоустройству дома готовы предложить дизайнеры. Исходя из строительных норм и правил, они предоставят клиенту различные варианты по планировке и декору жилья. В частности, специалисты помогут определиться с решением по цветовой гамме помещений, а также разработают схемы по расстановке сантехники и мебели. Помимо готовой квартиры без отделки, мы можем предложить ему отделку полностью, или дизайнное решение, или сделать по его усмотрению. Мы можем предложить ему варианты как разработки дизайна нашими специалистами, так и непосредственно с участием самого покупателя. В УКСе города Гомеля отмечают, что разработка дизайна вашей квартиры займет не более 7 дней. Затем специалисты смогут приступить непосредственно к оформлению интерьеров. В целом же преображать жилье строители будут, исходя из пожеланий и финансовых возможностей клиента. При этом предусмотрен как бюджетный, так и элитный ремонт квартиры под ключ. В любом случае такая услуга предполагает подготовку и отделку стен, полов, потолков, установку дверей, отделку плиткой, перенос коммуникаций, изменение планировки, монтаж и расстановку мебели. Ремонт квартиры под ключ выполняется надежно, оперативно и качественно. В городе над Сожем появляются новые привлекательные варианты недвижимости. Рассмотреть их своим клиентам предлагает Гомельский домостроительный комбинат. Сейчас предприятие возводит группу многоэтажных домов в 19-м микрорайоне по улице Мазурова. Особенностью этих новостроек станет наличие на первом этаже в одной из них встроенного детского сада. Кстати, в Гомельской области это пока первый опыт возведения такого дома. Гомельский домостроительный комбинат предлагает вступить в долевое строительство квартир. В наличии имеются однокомнатные квартиры общей площадью 43 квадратных метра, двухкомнатные квартиры площадью 59 квадратных метров и трехкомнатные квартиры 83 квадратных метра. Стоимость метра квадратного 920 рублей. Дом расположен в 19-м микрорайоне. Рядом строится еще один такой же дом по такой же стоимости. А в последующем будет строиться третий дом с детским садиком на первом этаже. Мы приглашаем вас стать клиентами Гомельского домостроительного комбината. Стоит отметить, что прилегающая к новостройкам территория будет благоустроена. Так, рядом с детским садом будут разбиты две площадки – спортивная и для прогулки детей. Кроме того, непосредственно возле домов появятся авто- и велопарковки. Окончание строительства намечено на конец текущего года. Программа «Большая стройка» изучила предложения по строительству жилья от Гомельского домостроительного комбината. И с вопросом, на каких условиях можно приобрести новую двухкомнатную квартиру в лизинг, мы обратились к специалистам Беларусьбанка. Насколько мне известно, вы пересмотрели себе стоимость жилого помещения в размере 54 740 рублей. Рассмотрим такой вариант. Авансовый платеж будет составлять 20% от стоимости приобретаемого жилья. Выкупная стоимость 1%, это 547 рублей. Ставка по лизингу первые два года устанавливается в размере ставки рефинансирования. Начиная с третьего года ставка увеличится по лизингу на 2% пункта. Итак, максимальный размер срока пользования кредитом будет 240 месяцев. Лизинговый платеж составит у вас первые месяцы 670 рублей.
требования к доходам клиента вырастают в два раза для того, чтобы оформить договор лизинга. То есть 50% чистого дохода должно оставаться у клиента после выплаты лизинговых платежей. Если дохода недостаточно клиента, то совокупный доход возможно рассмотреть включение доходов поручителя. Активное строительство многоквартирных домов Гомельский домостроительный комбинат ведет и в современном, динамично развивающемся 18-м микрорайоне города. Здесь предлагается жилье в многоквартирном доме номер 10. Он выполнен из крупнопанельных изделий. Новостройку также оборудуют вентилируемым фасадом. Это придаст ей не только внешнюю эстетичность, но и в дальнейшем уменьшит эксплуатационные издержки по обслуживанию здания собственниками. Гомельский домостроительный комбинат предлагает стать участником долевого строительства в многоквартирном жилом доме по улице Мазарова. В наличии имеются однокомнатные квартиры общей площадью 35 квадратных метров. Также имеются двухкомнатные квартиры 62 квадратных метра и большой площади 83 квадратных метра. Есть также в наличии трехкомнатные квартиры площадью 87-89 квадратных метров. Общая стоимость метра квадратного составляет 990 рублей. Квартиры имеют нестандартную планировку, и они будут комфортны для вашего проживания. Кстати, Гомельский ДСК также реализовывает трехкомнатные квартиры в аналогичном доме номер 3. Здесь вы можете приобрести трешку площадью 87 квадратных метров по цене 1020 рублей за квадратный метр. Гомельский домостроительный комбинат предлагает объекты недвижимости и для представителей бизнеса. В частности, во встроенно-пристроенном помещении общей площадью 270 квадратных метров может получить развитие именно ваш бизнес-проект. Помещение находится в 18-м микрорайоне по улице Головацкого, 136, на первом этаже новостройки. Гомельский домостроительный комбинат предлагает к реализации встроенное помещение по улице Головацкого, 136. Изначально было запроектировано как объект спортивного назначения. Для этого здесь были запроектированы раздевалки, санузлы, гардеробные и иные помещения. Для представителей бизнеса мы можем предложить разместить здесь свои объекты. Это могут быть как объекты торговли, сферы услуг, медицинского назначения и иные. Предлагаем стать клиентами Гомельского домостроительного комбината. Разместить ваши офисы, торговые и объекты сферы услуг можно и практически в центре города. Представителям бизнеса предлагаются встроенные помещения площадью от 108 до 132 квадратных метров на первых этажах многосекционного жилого дома по улице Барыкина, 84. Уже в готовом доме несколько помещений есть площадью от 108 квадратных метров. Здесь могут разместиться как офисные помещения, помещения торговли, сфера обслуживания населения, то есть как парикмахерские, салоны красоты. Инфраструктура достаточно развита. Дом расположен в Советском районе на одной из центральных улиц города. Здесь расположен рядом и кинотеатр, и сквер имени Тараса Шевченко, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Примечательно, что Гомельский ДСК предлагает рассмотреть вариант совмещения под крышей этой новостройки не только вашего офиса, но и вашей квартиры. Гомельский домостроительный комбинат предлагает перенести 2- и 3- и 4-комнатные квартиры в доме по улице Барыкина. Дом расположен на одной из центральных улиц города в Советском районе с достаточно развитой инфраструктурой. Для тех, кто мечтает жить в самом сердце нашего города, в центральном районе, актуальным будет следующее предложение. Управление капитального строительства Гомеля приглашает к возведению квартир-студий по улице Волотовской. Вот на этой площадке уже в ближайшее время приступят к строительству многоэтажки, аналогичной в микрорайоне 20А. Типовой проект 20А микрорайона, наш дом, который там уже, в принципе, скоро вводится в эксплуатацию. Мы планируем начать строительство такого же дома, по такой же конструктивной схеме. Планировка квартир планируется похожей типовой, как и в 20А микрорайоне в этом жилом доме. Дом собой представляет две секции, двухподъездный, девятиэтажный. Особенностью двухкомнатных квартир в данном жилом доме является наличие гостиной и столовой.
Общая площадь и кухни, и данной столовой составляет порядка 22 квадратных метров. Дом находится недалеко от парковой зоны, недалеко от речки Сож, наличие стадиона, учреждений здравоохранения и образования дополняет благоприятные условия для приобретения квартиры в данном жилом доме. И еще одно предложение «Большая стройка» предлагает рассмотреть вам в новостройке в поселке Чонки Гомельского района. В пятиэтажном доме предлагаются трехкомнатные квартиры площадью до 80 квадратных метров, двухкомнатные – 60 квадратных метров и однокомнатные – 43 квадратных метра. Цена за квадратный метр – 810 рублей. Сегодня программа «Большая стройка» вместе с вами выбирала помещение под офис, а также знакомилась с новинками в сфере недвижимости. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч на стройплощадках Гомеля.